толпа мигрантов-подростков напала на две семьи в Санкт-Петербурге и избила их. Жители стояли у дома и беседовали насчет пожара в подвале высотки и предположения о том, кто мог спать на горевших матрасах. Этот разговор услышала проходившая мимо компания мигрантов. Молодые люди, с виду подростки, стали вести себя агрессивно, дерзить, нарушать дистанцию, а потом кликнули подмогу. Куча откуда-то набежала, начали наносить удары, рассказала женщина, добавляя, что едва успела выдернуть своего ребенка с пути налетевшей толпы. Соседи быстро скооперировались и добровольной дружиной высыпали на помощь, но спасать уже не требовалось, все закончилось. Прибывшие на место происшествия оперативники застали лишь одну сторону конфликта – двух подвыпивших мужчин. Они сообщили сотрудникам полиции о конфликте с неизвестными, но отказались подавать заявление.